А сейчас я хочу предоставить слово госпоже Левочкиной. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, многие из вас знают здесь, что юго-восток Украины, Донбасс и Крым не участвовали в парламентских выборах, которые проводились на Украине. Эти регионы недопредставлены в украинском парламенте и полностью не представлены в правительстве Украины. Я принадлежу к политической силе, которая представляет юго-восток Украины. И я должна вам сказать, и я хочу это подчеркнуть на заседании ассамблеи, что некоторые люди напрямую пострадали от конфликта. Они остаются в Донбассе, на Донбассе, на оккупированной территории Крыма, в Донецке, в Луганске, Харьков, Мариуполь, Одесса, другие города, просто боятся, что война постучится и к ним в дверь. И я, как представитель юго-востока Украины, хочу сказать, что люди хотят ничего, кроме мира. Это единственное, чего они хотят. Это самое главное для народа Украины. Но я должна быть здесь открытой и откровенной. Есть политическая сила на Украине, которая стоит за войну, пропагандирует войну. И я считаю, что это наша ассамблея должна противодействовать действиям нашего премьер-министра, который строит стену между Украиной и Россией. Господин Турчинов, глава Совета Безопасности Украины, открыто говорит, что только война до победного конца поможет разрешить ситуацию на востоке Украины. Он на Украине имеет даже прозвище «Кровавый поп». И это все это, наверное, делается для того, чтобы отвлечь население от коррупции, от отсутствия реформ, от разваливающейся экономики. Я согласен с докладчиком, который говорит, что диалог необходим. Но диалог необходим внутри Украины. И основой для этого диалога должны стать реформы. Это должен быть диалог между регионами Украины. На уровне президентов должен быть диалог между Россией и Украиной. На уровне правительств, на уровне парламентов. Однако, здесь я согласен с докладчиком, что давление должно быть продолжено. Я уверен, что мы должны сохранить санкции. И это подвигнет Россию начать участие в осмысленном и конструктивном диалоге с Украиной и всей Европой. Спасибо.